Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Титан. Хаммер. Титан отец. И Хаммер сын. Да, вот так мы говорим. Мы продолжаем, ну, несколько серий, наверное, вместе с ним посмотрим. Играть на сервере 8 бит. Вот. Это публичный сервер, 10 сезон. Можете скачать клиент, поиграть. Как обычно, скорее всего, это в понедельник вы смотрите вечером. Какие-нибудь сейчас скажу новости и продолжим уже непосредственно летсплейсом. О, какие вот новости? Новости такие, ну, 1 сентября настало, все пошли в школу, поэтому ребят не так много. Играют это раз. Во-вторых, то, что планировали, ну вот аренду, я говорю, вот там магазины сделать, арену. Как-то откладывается на какое-то время, я даже не знаю на какое, потому что, ну, во-первых, у меня, как бы, вот с сегодняшнего понедельника, в понедельник, смотрите, намного меньше будет времени, поскольку, да, я там на новую старую работу иду, ну, это долго объяснить, почему она новая старая. Потом, естественно, Хаммер пошел в школу. Тоже как бы есть некоторые моменты с этим связаны, со временем. И последнее, что тоже важно, Саша Танкер открыл сервер свой RPG-шный. В общем-то, хороший сервер. Но я не знаю, буду я там снимать и когда буду, это я сейчас вам даже сам не скажу пока. Но к чему это я все сказал, что... Как бы сейчас у него еще меньше времени стало что-то, допустим, здесь вот как бы проследить или что-то помочь. Ну, потому что человек открыл свой проект, это нормально. Вот, так что, если кто-то хочет там поиграть, пожалуйста, думаю, канал Саши Танкера не составит вам труда найти. Он и 8 бит есть, и у меня в сноске внизу, там, где 8 бит команда. В общем, кто захочет, тот найдет. И там под последними видео, и там есть видео об открытии у Саши, поэтому там можете скачать клиент у него, прийти поиграть. Вот. Так что такие дела. И часть ребят туда ушла поиграть, потому что там, ну, тоже достаточно интересно. Но там не сделать вот такой летсплей, как я делаю, потому что там RPG, ну, как скажем... Ну, в общем, есть какие-то свои нюансы. Я, может, что-то не то скажу сейчас, поэтому я там не знаю. Часть, как бы, не знаю часть составляющей RPG-сервера, поэтому сами посмотрите, кому интересно. Поэтому ребят здесь сейчас меньше стало. Там город, который делали, были задумки, тоже как-то они пока там и школы, и так далее. Ну, это вот как бы такие вещи, нормально все. Вот, а мы продолжаем. Да, там в городе что-то ребята доделали, я не знаю, захотите сами посмотрите, что там доделали, допостроили. Вот. А мы давайте продолжим с вами летсплей. Вот. Сейчас давайте посмотрим, что какие тут пчелки есть. И я немножко почитал про генетику. Ну, как почитал? По-английски там все. Насколько я смог, что-то там понял, но честно скажу, что понял не все. И придется... Так, здесь у меня... Давайте пчел туда выложим. Придется чуть-чуть разбираться с генетикой как-то самому, но там достаточно это все, ну, пока для меня сложновато. Так, давайте пчел просто поставим сюда пока что просто, а потом мы посмотрим. О, залезло, да? Сейчас посмотрим кое-что еще. Угу. Зато раз ребят меньше, поэтому ничего не лагает, никакие штучки не мешают. Так, сейчас мы дособерем пчел, и я понял, как делать этот, как он называется, энзим, у какие-то смешные пчелы, благородная принцесса, вау. А здесь у нас уже нету ничего, да? Ну хорошо.
Ай. Так. Ой. Слушай, а ты можешь, Хамик, сходить у пасечника купить, как они называются? Я видел, как ты покупаешь. Шелковые соты или какие? А как ты там покупал? По чуть-чуть, да? По чуть-чуть. Ну ты как получится у тебя так и. Ой. Что-то кто-то А где он? Улетел. Ё-моё. Кто, пасечник? Ё-моё. Ну ищи его, он там все время где-то прячется. А как я найду, если тут всякие эти пауки, все эти штуки? Ну а как я ищу? Убивай. Так, я пчел пока выложу, мы с ними чуть... Да хватит меня пугать-то, попозже разберемся. Чуть попозже. Фух, так, где пасечник? Вот. Что еще хотел сказать? Я так, давайте посмотрим. Здесь где-то же можно ускорить. Пасечник. Зачем мне 22 ускорения? Мне 22 ускорения надо. А почему мне как-то странно тут механизмы сделаны? А он же он синий или желтый? Он желтый. Нашел. Слушай, у меня как-то механизмы странно поставлены. Так, вот этот вот. Так. Это зеленый. Вот он. А почему они так у меня странно поставлены, механизмы? Вот эти вот шелковые соты, да? Подожди. Да, шелковые соты. Странно. А как их можно разворачивать? А, ладно. Неважно. Так. Тут два улучшения. Ну, я не знаю, я много этих ускорителей ставить или немного? Чего? Я больше не могу. Я по два потихоньку покупал, не шифтом, но все равно что-то. А сколько там? Всего 6. Ну ладно, иди, как-то странно ты купил, ладно. Придется потом самому идти. Так. А сюда не ставится, естественно. О, нам тут накидали эндер этот. Куча всего тут накидали. Так, хорошо. Ладно, ускорители пока как-то сюда поставим. Надо было уложить. Подожди, Хамик, не мешай. Ты меня сбил. Да так. Накидали. А! Не понял. Как так? Как так? А почему у меня эти наоборот как-то стоят? Странно. У меня почему-то наоборот эти стоят, как они сказать. Ой, ё-моё, сколько накидали. Подожди. Почему у меня наоборот стоят вот эти? Кто-то же поставил их наоборот. Кто-то поставил. А, ё-моё. А у меня кончился это уголь. Ты где? Подожди. О, сколько коробок можно сделать. Уголь, иди сюда. Надо, кстати, вот сюда уголь заделать. Я пока коробки сделаю. Он не делается, спасите. Уголь не делается этот. Я коробки сделаю. Сделай коробки, да. Так. Это делается уголь, надеюсь. О, наконец-то стал делаться. А куда тебе соты-то отдать? Соты вот в черный ящик. Соты нет. Соты дай мне. Сейчас. Дай мне. Может тебе пшеницу отдать? Ну отдай пшеницу, я потом. Да. Как-то ты не так купил. Вот тебя отправляюсь за хлебом. Я соты купил, а не хлеб. Да это так говорю. Может, ты просто покупал у него, и он потом уже не захотел? Ладно, подожди. Стой. Сюда надо. Вот сюда, а здесь у нас... Здесь тоже кончилось. Странно. Так, а коробки куда? Ой, ну... Ну, коробки сюда вот положи куда-нибудь. Вот сюда положи коробки. Ты же видишь, у меня еще не рассортировано. Так. Подожди. Тут у меня просто начало... О, начало работать, наконец-то. Так, мы не, вообще не за этим пришли. Мы пришли за
Чего оно не работает вот, а? Скажи мне. Ладно. Мы пришли за тем, что нужно сахар. Сахар в инкубаторе. Я сейчас скажу, ребята, где сахар? Сахар где? Где сахар? У нас что, сахара нет? Да не может этого быть. Сахар. Подожди. Сахар. Хорошо, а тростник? Тростник. Подожди, ну ладно, тростник. А тростник растет у нас. Ну растет, надо, короче, больше тростника. Подожди, его только так вот собрать не весь. Ё-моё, я не знал, что нужно столько сахара. Так, срочно, знаешь что, ты можешь сделать, ты... как тебе объяснить? Подожди, подожди, подожди. Ой, нам там вот здесь вот, смотри, прокопать вот так вот, прокопать, прокопать. Да ну ты, в общем, понял, посадить тростник. Ага. Ой, ё-моё, сколько там кидают. Слышишь? Да. Сделай, пожалуйста, большую эту с водой и тростник вокруг. Подбери тут эти. Да ты подожди, я же другое делаю. Так, так, надо ведро сначала. Сделай, прошу. Короче, рассади тростник. Я тебе вот что говорю, чтобы больше тростника было. Ладно, так. Ой, кто-то нам эти дал, как они, забыл. У нас есть ведро? Что? У нас есть ведро? Сделай ведро, если нет ведра. Ну что ты, как не знаю кто. Подожди. Сахар, вот, все. Теперь мы берем сахар в этот, в инкубатор. В инкубатор сахар. А тростник? А что он не ложится в инкубатор? Почему сахар не ложится в инкубатор? Да нет тростника, найди тростник. Куда? Где? Ну где-нибудь на пустыне сруби тростник. Ага, где пустыню искать? Ладно, не сади тростник, все, отставить. Сейчас так, полетаю. Ладно, подождите, ребята, давайте тогда сделаем этот. Как-то к ним энергию, что ли, подведем. Потому что, по идее, сахар ложится туда. Сахар. Так, сколько у нас время? Почему-то сахар туда не ложится. Странно. А знаете, для чего сахар? Потому что вот из... Так, подождите. У меня Майнкрафт вылетел. Ну хорошо. Изолятор, вот энзим делается из сахара, оказывается. В этом, в инкубаторе. Понимаете, в чем дело? А в инкубатор у меня сахар не ложится. Наверное, нужно к нему... А как в инкубатор... Фу ты, я не туда смотрю, инокулятор. Вот он, инкубатор. Все. Это жесть просто, это генетика, честно говоря. А теперь нам нужно подвести сюда электричество. Электричество. Для этого нужно провода. Провода. Вот провода. Сейчас мы... Чего они так мало взялись-то, а? Провода сейчас мы подведем. И что-нибудь получится. Так. Стоп. Стоп, откуда провода подвести? Вот отсюда провода подведем. Ну чего оно не ставится-то? Да не дотягиваешься. Во. Во, пошло. 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 Так. И оно вот, допустим, с этой стороны сделаем. Так. Опускаем, опускаем, опускаем. Опускаем. И сюда, сюда, сюда. А почему сюда не за этого? А потому что он не открывается. Нет, там что-то написано было, что он... Блин, я сейчас боюсь, что я разобьюсь просто. Потому что я же когда захожу без вещей. Ну разобьешься, подберешь. Где ты остался? Я в город пошел. Ты в городе? Ну да. Поздравляю. Не заходи тогда, или заходи. Не, я подожду, пока очистка пройдет, а потом... Какая очистка пройдет? В чате. Очистка через 120 секунд. Ты можешь телепортироваться туда.
Не, я подожду лучше. Что ты? Ладно, Хамик, жди, что хочешь. Подожди, ты мне, ну, сбиваешь меня. Почему сахар не идет? Нету рецепта. Какого рецепта нету? Какого рецепта нету? Вот из сахара делается этот. Вот, энергия появилась. Так. Empty. Ё-моё, какой-то empty надо. Empty. Может, не сюда надо. Может, один сахар. Может, один сюда, один сюда, один сюда. Подождите, инкубатор, рецепты. В общем, я так и опять не понял. Что-то из сахара нужен этот фермент, в общем, это получается энзим фермента, и он не делается. Замечательно просто. Да, зомби, ты это самое, честно говоря, достал. Здесь анализатор, здесь инкулятор. Ну, здесь вот хотя бы энергия подалась. То хорошо, а здесь ничего нет. Странная вот эта штука, честно говоря. Ну, по ней, по-моему, правой кнопкой мышки что-то делаешь. Чего-то. Допустим, пшеница. Не, ничего не делается. Какое-то странное. В общем, ребята, я буду опять разбираться, все это с генетикой этой. Я думаю, сейчас из сахара сделали, а тут, ну, рецепт из нутверд. Ну, типа, это не рецепт. Ну, как это не рецепт, если просто из сахара делать этот? Ну, как это? Может, на... активировать что-то надо. Хорошо, будем, я буду дальше разбираться. В общем, фермент не получилось сделать, поэтому у нас не получится сделать изолятор. Ну ладно, хорошо. С генетикой как-то оно у нас печально. Так, давайте остановим это. Так, я остановил это? Или что-то? И вот это я выключил. Вкл-выкл. Как-то оно непонятно выключается или не выключается. Странно. Я уже забыл, как оно выключается. Ладно, хорошо. Фух, давайте тогда посмотрим, сколько у нас осталось здесь. Во, 32. Теперь мы их сюда заделываем. Здесь у нас... А, это я что-то... А, не-не-не-не-не-не-не. Фух. Здесь рецепт такой, по-моему. Вот такой, о, вот такой. Так. Сейчас оно здесь доделается, вот эти вот штучки. Побольше. Мы потом их туда поставим. А, ну что ж. В следующей серии будем разбираться с пчелами. Их много довольно-таки. Либо сейчас у нас есть две минуты. А, коробки, коробки, коробки. Так, коробки, коробки, коробки. Я уже все положил. Где коробки? О, 64, ё-моё, 64 коробки. Нет, нам сколько не надо. А ты по сколько открываешь? По 10 коробок. 10 коробок. Сейчас мы еще сделаем так по 10, чтобы нам... Потом... Как скажем, не рассортировывать. Так, это касс у нас на 1, 2, 3, 4. На 4, 5, 6. Ну, почти на 7. О, на 7 серий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. На 7 серий есть. Еще бы одну коробку. А, стоп. Вот. Все. Где? Тут. Вот. Все, на 7 серий ровно. И ровно 10 коробок. Круто. Все. Все. Так, это сюда. Вот это... Ой, это я сюда. Так вот.
Все, открываем тогда коробки, как раз у нас серия закончится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, слизь это вообще редкая штука. Ну, по крайней мере, здесь вот у нас. Так, то, что мусор мы в мусор, мусор. Мусор. Что-нибудь важное только не выкинуть. А зачем ты этот блок травы-то? А зачем мне блок травы? Объясни. Ну, он редкий тоже. Его блок травы. Так не добыть. Ну, мне блок травы не нужен. Ну ладно. Так. Сгусток. А куда я сгусток слизи вложу? А, вот сюда. Так, медная пыль. Так, яйко сюда. Это сюда. Так, печка. Где у нас печка? Тут у нас печка. Оп, оп. Там что-нибудь есть? О, насколько деревесного угля. Только забыл, что я из него делал. А, я из него обычный уголь делаю, чтобы делать потом уголь этот самый. Коксовый. Ну, можно. Давайте сюда пока заделаем обычный уголь. Вот так. О! А! Чего? Ё-моё! Да зомби... Ой, не зомби этот. Скелет, ты чё вообще? Ты чё делаешь, скелет? Лук, лук мне такой не надо. Так, опять косточки выпали из него. Ё-моё. Так, все вроде, да? Хорошо, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. А ты будешь прощаться? А, всем пока. Задумался.